Любимые сериалы, фильмы, развлекательные ролики блогеров и научный контент. Все это активные пользователи видеохостинга YouTube привыкли потреблять ежедневно. Однако 1 августа зрители заметили, что платформа для просмотра видеоконтента перестала работать в привычном режиме. Изначально о проблеме узнали жители Дальнего Востока, после чего самый популярный видеохостинг перестал функционировать по всей России. Пользователи жалуются на то, что видео перестали загружаться как для просмотра, так и для публикации контента. Как отмечается, YouTube перестал работать именно на компьютерах. Мобильная версия еще пригодна для пользования. Ну, на самом деле, здесь много факторов. К сожалению, на мой взгляд, это чисто мое субъективное мнение, здесь больше политическое, чем техническое ограничение. Хорошо ли это, плохо, вопрос спорный. С одной стороны, это хорошо для наших российских аналогов, как бы это ни звучало. Это некий дополнительный стимул и для пользователей переходить на них, и больше внимания уделять нашим российским. Или, скажем так, политкорректно, системам из дружественных стран. А здесь все-таки не очень управляемая история со стороны государства и со стороны нормативного правового поля, когда корпорация, которая принадлежит платформе, не всегда соблюдает наше российское законодательство. Сейчас возможности пользования зависят от протокола, по которому работает приложение видеохостинга. От этого и корректируется уровень возможности применения. Кто-то может только публиковать контент, кто-то смотреть. У некоторых пользователей и вовсе не менялся режим работы сервиса. Есть же категория людей, у которых YouTube перестал функционировать. Однако расстраиваться не стоит. Есть несколько способов для просмотра того или иного видеоматериала. Во-первых, существует аналог – российский видеохостинг Рутюб, который выполняет те же функции, как и зарубежный YouTube. Также видео и фильмы можно посмотреть на иных площадках, таких как социальные сети ВКонтакте и Одноклассники. На самом деле вам достаточно начать просматривать, а потом уже будет не лагать, не тормозить и нормально проигрывать. Из рекомендаций можно попробовать использовать сторонние приложения, какие-то дополнительные опции. Там, коллеги, например, вот, кто-то смотрит через Discord, кто-то смотрит через какие-то дополнительные другие сервисы, да, то есть вложенные, например, даже просто через Яндекс. В Яндексе ищут видео и прямо внутри Яндекса начинают смотреть его. То есть есть обходные пути, да, они не очень удобные, но пока так. Монетизация уже давно отключена, и доля рынка России в портфеле YouTube, она не такая большая. То есть да, она будет чуть-чуть заметна, но не сильно скажется. Как отмечает эксперт, вероятность того, что популярный видеохостинг вернется в Россию, исключать не стоит, так как уже многие крупнейшие фирмы возвращаются на территорию Российской Федерации. Стоит лишь немного подождать. Также не стоит отменять тот факт, что блокировка популярной платформы поможет российским видеохостингам улучшить качество публикуемого контента. Аделина Абдрахманова, Данила Васильев, Универ Новости.